Успей поставить лайк за 3 секунды, и тогда в этом новом году ты будешь учиться только на отлично, считаю. Раз, два, три. Всем привет, ребята, меня зовут Алексис, и что я хочу первым делом сделать, так это поздравить вас всех с Новым годом, ребятки. У нас сегодня 1 января, всем спасибо, кто уже проснулся, кто смотрит мои видосики, потому что мы начинаем с новой игрушки Push Them All. Друзья, пишите в комментариях, как вы отпраздновали вчера Новый год. Многие еще, наверное, спят, мне кажется, многие этот видосик будут смотреть где-то ближе к обеду, но залил я его, ребятки, еще утречком, да, еще рано утром. Ну, это для тех, кто уже проснулся, вот как и я. Так, ну чё, мы уже с вами прошли, в принципе, первую миссию. Так, продолжаем. Что-то можем прокачать? К сожалению, ничего мы не можем прокачать, ребята. Смотрите, как мы круто их расталкиваем. До свидания. Это главное, чтобы они, ребят, просто до нас не добрались. Так, ну тут я еще с управлением немножечко не разбираюсь, ребятки, не разобрался. Так, получите стигманы. И нам главное их, ребята, скинуть отсюда. Так, все, отлично, сбросили мы с этой вершины и пошли дальше. Ой, смотрите, как их здесь много, этих стигманов. До свидания. Так, подождите, если он ко мне подойдет... А, он меня отталкивает, получается, да? Когда он к нам подходит, то они тогда нас отталкивают. Так, вот так, до свидания. О, смотрите, бум. Бам-бам-бам. А как бы мне так сильно их ударить, чтобы они прям все поразлетались? О, вот так вот. Да, так было бы, конечно, очень круто. Еще один остался? Да, блин, да что ты такой живучий-то? Все, свалил отсюда. Зона очищена. Ребят, у меня голос немножечко хриповатый, потому что, ну, как бы я еще с утра снимаю для вас это видео. Так, не поленился, да, я не поленился и рано проснулся, чтобы для вас заснять этот видосик. Так, ребят, прикиньте, меня скинули, это просто капец какой-то. Так, ладно, давайте тогда будем с вами пожестче играть. Так, сбрасываем их всех, сбрасываем. Да блин, блински, о, наконец-то зона очищена. И вот эти вот пацанчики нас с вами скинули, представляете? Так, а хотя нет, не эти, нас скинули те, где боссы были, да? Так, до свидания. Знаете, это даже они похожи на маленьких каких-то импостериков красненьких. Так, еще один остался. Ой-ой-ой, ребята, этот один чуть меня не столкнул, представляете? Так, все, до свидания. Зона очищена, и вот здесь вот меня сбросили, там, где эти гиганты были. Ну, ничего, мы сейчас их пораскидываем всех вот так вот. До свидания. Так, до свидания. Вот еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Этот один чуть меня не столкнул. И давай-давай-давай, еще чуть-чуть. Совсем осталось еще чуть-чуть, ребята, мы пройдем эту миссию. Так, все, зона очищена и миссия выполнена. А следующая новая игрушка, это у нас, ребята, гладиатор. Так, ладно, стартуем. И что, мы запустили в него оружие? Ох, ничего себе, это было эпично. Мы такой дрищ. Капец. О, немножечко прокачались, отлично. Я так понимаю, что мы с каждым разом будем, ребятки, с вами прокачиваться. Так, теперь нам нужно уничтожить двоих гладиаторов. Так, ну что ж, давайте тогда уничтожим двоих. Раз. Два. Ничего себе, одним выстрелом. Мне здесь особо даже ничего делать не нужно, ребят. Ну тут еще, наверное, нужно как-то так, знаете, не попасть. Ой, стой. А, все-таки нужно управлять, ребят. Все-таки нужно управлять нашей мишенью. Я думал, что все происходит на автомате. Но нет, ребят, ни в коем случае. Нам нужно управлять этим всем. Смотрите, вот меч всегда летит прямо, ребят. Вот смотрите, мы запускаем наш меч. Он летит прямо. Так, смотрите, прям в голову. Вот так вот, бам. Теперь дальше. Давайте вот в этого вот. И у-у-у. Все, смотрите, как круто. Мы просто запускаем в него мечи. Так, понимаю, что... О, смотрите, он уже в броне. Ну, понятно, как бы там все-таки поднимается там по рангу какому-то, да? Так, давайте мы тогда апгрейдним нашего пацанчика, еще апгрейдним. Я думаю, я вообще думал, что с каждым апгрейдом он будет именно в массе прокачиваться, но он что-то не хочет прокачиваться, ребята, в массе. Так, кого здесь нужно грохнуть? Здесь нужно грохнуть только вот этого вот пацанчика. Бам! Ого, он большой, в принципе, был гладиатор такой. А мы его вырубили. Да, мы его вырубили, и чего? Мы дошли до босса? Так, босс, поиграть с боссом, смотря рекламу. Ну, это получается с тигром каким-то. Ну, я не хочу, ребят, рекламу смотреть. Так, тут у нас уже две мишени. Давайте чуть в сторону возьмем, вот так вот. Бам, прям хедшот, ребята, прям хедшот. А, он тоже в меня хочет запульнуть, но нет, у него ничего не получилось. Да, мы его выиграли. И, ребят, мы проходим с вами первую карту, да, я так понимаю. Ладно, давайте тогда выполним еще несколько миссий. Тут у нас уже, вон, смотрите, какая группа поддержки большая. Так, все, привет. Знаете, чем-то эта игрушка напоминает про злую пчелу. Помните, я когда-то играл, ребят?
когда мы управляли злой пчелой, которая вот так вот точно так же уничтожала людей. Но только этот уничтожает гладиаторов, а та уничтожала людей. Ребят, давайте тогда еще одну миссию с вами пройдем. Так, запускаем. Запускаем. Тут у нас уже трое пацанчиков. Так, давай в гору полетел. Давай, давай. Опа! И вон еще один третий, ребят. Да, реально, как она же похожа на пчелу. По-моему, Harnessed... как-то так вот она называлась. Ладно, ребят, открываем следующую игрушку. Это у нас Mirror Cakes, и это, друзья, снова новая игра. Давайте мы сломаем плиточки шоколада для нашего тортика. Так, ломаем все. Я хочу больше шоколада. Так, next. Что теперь? Теперь нам нужно с вами полить его. Ой, ёшкин кот, ребят, посмотрите, как красиво. Блин, ну это так аппетитно смотрится, вот, вот действительно. Так, я хочу, чтобы он полностью был весь в шоколаде. Я просто обожаю все шоколадное в шоколаде, ребят. Так, теперь нам нужно посыпать звездочками, смотрите. Ребят, посмотрите, что получается. Это просто капец, ребят. Так, это мы его покрутим так со всех сторон. И чик, сделали фото. Смотрите, сколько лайков набрало. 120 лайков, Mirror Cakes. Конечно, 120 лайков. Такой классный тортик. Так, ну что ж, ребят, давайте мы тогда с вами пройдем еще следующую миссию. И у нас, кстати, открыты клубнички. Так, давайте. Шоколада тут, в принципе, наверное, хватит. А, подождите, тут еще можно что-то другое выбрать. Можно смешать шоколад. Смотрите, вот так вот мы сейчас его смешаем. Смотрите, как прикольно получается. Так, next. Так, поливаем. Поливаем. Ой, подождите, а почему он черный? Я же там смешал другой совсем шоколад, а он что-то черный. Ладно. Может быть, тем шоколадом мы сверху польем, да? Так, дальше. У нас есть клубничка. Так, клубничку сейчас посыпем вот так вот. Ой, смотрите, как классно. Блин, можно было, знаете, эту клубничку сделать, ребят? Можно было клубничкой написать 2000. Так, это 2000. И нолик. Еще двоечка. Блин, хотел 2021 написать, но, ребят, просто не хватило. Просто не хватило. Так, ну тут, наверное, тортик будет не очень такой красивый. Сколько он лайков собрал? 1400 лайков? Ничего себе. Еще побольше, чем тот первый наш тортик, да? Да, неплохо, неплохо. Смотрите, все, ставим его тогда на нашу полочку. Это какой-то новый шоколад. Так, давайте мы сломаем вот так вот. Потом теперь берем зеленого немножечко. И все, хватит. Так, ребят, выбираем кейк, все, выбираем кейк. Ну, блин, а почему он черный поливает? Блин, я же другой цвет выбирал, ребят. Короче, это будет последний тортик, который мы с вами сделали. Сделаем. Так, что тут у нас новенькое есть? Ой, смотрите, Дедушки Морозы, блин, класс. Ребят, как раз то, что на Новый год и надо. Но, правда, как бы Новый год уже закончился, но все равно, ну как закончился? Он вчера как бы закончился, но это продолжение Нового года, сегодня же 1 января. Ну, ребят, может быть такое, что вы смотрите это видео там уже 2 января, либо 10 января. У меня обычно ролики набирают, могут зайти там через недельку, через 2 недельки, могут много просмотров набирать. Поэтому, ребят, этот ролик был залит 1 января. Ладно, давайте я тогда буду открывать следующую игрушку. И это у нас, друзья, Stretch Guy. Нам нужно просто Google у нашего Стикмана дотащить вот в эту вот плоскость. Смотрите, но нужно это делать так, чтобы он, ребят, не порвался. Смотрите, когда он краснеет, это еще более-менее так нормально, это еще не критически. А вот это уже было критически, ребят. Но мы все равно с вами проходим эту миссию. Так, давайте мы нажмем на рычажок. Все, на рычажок мы нажали, теперь потихонечку поднимаемся, поднимаемся. Когда у него зелененькая голова, значит, ребят, все в порядке. Так, ну когда она уже красная, это значит, что он скоро может порваться, ребят. Просто порваться и все. И тогда мы проиграем с вами. Так, тут нам нужно ядро бросить. Так, ну все, я понял. Стой, 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 стой. Не туда нажали, ребятки. Так, я понял, в принципе, что нужно сделать с этим ядром. Все. Сейчас будет бум. Отлично. Вот теперь мы, ребята, с вами полезли вот сюда вот. Так. И еще ножку сюда вот. И уху. Все, миссия выполнена. Но мы с вами будем быстренько, конечно, миссии проходить. Так, я понял, что здесь нужно делать. Здесь нам нужно ключиком, получается, вот так вот взять ключиком и открыть это все. Так, спускаемся, спускаемся. Вот одна ручка у нас там потянутая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Критическое растяжение, ребята, просто критическое. Он мог просто взорваться и все. Так, давай голову чуточку пониже опускай. Все, вот таким вот образом. И миссия снова выполнена. О, тут уже, ребята, нужно поаккуратнее играться, потому что, ну, посмотрите, что здесь. Здесь у нас все очень жестко. Тут можем попасть просто на эту пилочку. Так, можем вот тут сюда зацепиться. Теперь вот сюда вот зацепляемся. Стоп, подождите, не та нога. Вот эта вот нога сюда вот. Так, еще чуточку повыше, еще чуть повыше. Теперь ногу вот сюда вот. Ребят, смотрите, как классно, да? Как классно играть вот в эту вот игрушку.
поднимаемся, поднимаемся. Так, нажали теперь вот сюда вот на кнопочку. Так, теперь сюда, сюда. Просто вот лезем, ребят. Мы вообще классный стикман. Так, теперь вот сюда, сюда. Мы можем даже вот так вот ноги просто отсоединить. Смотрите, ю-ху, все. Мы прошли с вами эту миссию. Так, дальше. Дальше мы сделаем вот так. Теперь снова. Теперь можно поднять? Рычаг можно как-то поднять снова наверх? Нет? Нельзя? Блин, печально. То, что нельзя это сделать. Так, давайте зацепимся где-то на низ и вот сюда просто падаем. Вот так вот, да, все, ребят, миссия выполнена. Ну что ж, давайте тогда пройдем еще одну миссию, ребят, и будем с вами играть в следующую игрушку. Так, нам нужен меч. Все, меч больше нам не нужен. И теперь нам нужно спуститься, ребят, на низ. Спускаемся и... Ху, все, миссия выполнена. А следующая игрушка это у нас, ребята, мой говорящий том. Бег за золотом. И, кстати, ну да, здесь произошло какое-то обновление. И были добавлены вот такие вот прикольные колоночки. Из этих колоночки мы с вами сможем что-то потом покупать. Их здесь очень много, ребят. Смотрите, можно, конечно, задонатить и тогда купить очень много колоночек, но, ребят, можно их просто вот так вот собирая бегать. Ну, например, если вам нравится эта игрушка, если вот вы фанат этой вот игры, тогда, ребят, вы просто с легкостью насобираете целую кучу таких вот колоночек. Ну, как бы я не особо фанат этой вот игры, но она мне нравится. Да, она мне нравится, тут у нас еще тоже такое новогоднее обновление, вообще интересно. А вот когда это обновление уберут? Вот реально, там какого-то, там, может быть, 5 января, может быть, позже... Ну, конечно, очень не хотелось бы, чтобы из игр убирали рождественские обновления. Потому что, ну, когда, знаете, тут снег идет, ну, намного приятнее. Знаете, такая приятная атмосфера. Вот у нас вообще снега нету, ребят. Представляете, вот Новый год был без снега. Это так печально, вот реально, очень печально. Напишите, пожалуйста, в комментариях, у вас на Новый год вообще был снег? Ну, вчера у вас был снег или не был? У нас, ребята, не было снега. Ребят, этот канал исключительно по тематике... Майнкрафт, да. Поэтому, кто хочет, приходите, подписывайтесь. Так, у нас есть шлем, который мы можем использовать. Я его сразу использовал. Ну, просто он дается на несколько секунд. И обычно за это время я... Круто. Мы как жестко с вами ускоряемся. Ребята, кстати, это рекорд. Смотрите, 21 тысяча мы пробежали, а мой рекорд был перед этим, по-моему, что 9 тысяч. Представляете, какие мы с вами мощные бойцы. Ай, и я врезался. Ну а следующая игрушка, ребята, это у нас Battle Lands, и первым делом нам нужно с вами добыть какое-то оружие. Мы приземлились, и вот я вижу первую пушечку. Сколько здесь патронов? 20 патронов. Ну, 20 патронов это что-то. Ну, я лучше возьму снайперку, ребят, мне очень сильно нравится снайперка. Так, берем снайперку. О, тут у нас радиус, просто радиус поражения чуть побольше. Мы дальше уже можем стрелять с вами. Так, теперь нам осталось еще найти какую-то там бронечку себе. Да, осталось еще найти броньку. И желательно найти кого-то, чтобы уже разобраться с ними. Так. О, короче, смотрите. Что-то приземляется. Короче, это нужно взять, потому что приземляется обычно очень что-то крутое. Ребята. Пу-пу-пу. Ох, красиво. Может быть, мы его сейчас первые вскроем. А ну-ка. Пожалуйста, пожалуйста. Я хочу быть первым, кто его вскроет. Так, опа. Смотрите, что у нас здесь. У нас здесь вот такая вот замечательная пушечка. Так. Ну... 5 патронов тут всего-то навсего, ребятки. В засаде сидел, смотрите, бам, все. До свидания, с первого раза, ребят. Просто с первого раза его грохнул. Это капец, это было действительно очень жирно. Так, вот, берем еще патрончики. Так, смотрите, вертолет приземляется, ребят. И мы можем просто тоже сидеть с вами в засаде. Так, ждать, пока кто-то захочет вскрыть этот вертолет. Давай, 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 бум, бум. Ребята, давай, давай, стой, 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 стой. Лови, лови, лови патрон. Лови патрон, перезаряжайся. На, получай. Фу, класс, ребят. Это было действительно очень классно. Так, это что, новая пушка какая-то, да? Давайте мы ее подберем. Давайте подберем эту новую пушечку. О, хорошо. Ребят, единственное, что мне сейчас надо, так это здоровье. Ребята, 3 пацанчика еще осталось. Нам нужно больше здоровья, потому что... Ну, я уже подбитый, ребят. Я уже очень жестко подбитый. Давай, давай, давай. Бам, 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 давай. Ёшкин кот. Это победа, ребят. А, нет, этот вот чувак автоматически выиграл. Но мы взяли с вами, по идее, второе место, да? А в Among Us, друзья, мы с вами будем играть за импостера. Так, и играть я буду, ребят, на американских серверах. Да, на американских сервачках мы поиграем с вами немножечко. Так, ну давайте мы сразу кильнем тут кого-то. Вот, вот так вот, опа. И вентилейшн, просто сразу вентилейшн. Так, вылазим. Так, ребят, есть подозрение, что нас могут сразу найти. Так, все, бежим сюда. И давайте саботаж вот в эту вот сторону. Опа. Ничего себе. Вообще все очень круто, ребятки, пока что происходит. Так, давайте мы будем тогда тоже помогать как бы им. Так, 3, 0.
2-4-2. Так, все хорошо. Хорошо, они в это все ввели. Ввели комбинацию. Так, типа, идем теперь вот сюда. Вот, типа, мы выполняем эту миссию. Так, все, 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 мы типа ее выполнили. Отлично. Опа, 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 опа. Теперь сюда идем. Давай, давай, оп. Так, нашли труп. Отлично. Здесь даже два трупа. Здесь даже, ребятки, два трупа. Так, давайте спросим, что где? Где, 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 где? И так, у нас что-то обновление какой-то игрушечки. Так, смотрите, ребята, мы же тут покромсали с вами целую кучу пацанчиков. И, кстати, а, наш союзник тоже вышел. Так, Green. Green? Why? Давайте спросим так вот, типа, почему? Так, I think black. I think black, I think green. Давайте вот так вот. Так, black kick. Так, black... Black gun. Black gun. Блин, как бы же написать, что black kick? Так, ладно, я голосую против зеленого, ребятки. Я голосую против зеленого. А потом, если что, может быть, кикнем кого-то другого. Так, I think green. Давайте напишем вот так вот. Ок. Хорошо. Ладно. Green, так green. Короче, все, проголосовали против green. Либо green, либо grey. Ребят, смотрите, как хорошо. Как хорошо. На нас даже никто не думает. Это очень хорошо. Was not the imposter. Отлично. Осталось у нас один импостер. О, круто. Круто, 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 круто. Ладно, побежали. Побежали, побежали, побежали. О, мы, кстати, можем уже килять. Ничего себе. Ребят, мы можем уже килять. Так, побежали, побежали, побежали. Идем сюда. Идем сюда. Так, чиним свет. Так, чиним свет. Все отлично. Отлично. Свет починили. Так, все, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, теперь, ребят, нам нужно их как-то покилять. Этих вот пацанчиков. Так, срочно. Оп, нажал на кнопочку кто-то. Так, all what green. Так, sign. Так, sign в смысле? В смысле? It's browser. Browser. Так, gray напишем. Так, brown. Так, b... Brown, так, brown, так, it's brown. А, да, да-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 да. Brown, так, вот так вот. Правильно, да, написал? Так, все, хорошо, я против коричневого голосую. Я думаю, что это тоже проголосует против коричневого. Так, yes, так, вот так, yes, просто поставим. Типа, да, 100% коричневый. И того, еще желтый не проголосовал. А, смотрите, 2 на 2. Ничего себе. Значит, нам сейчас нужно, ребята, закилять желтого. Вот наша цель — уничтожить просто желтого пацанчика, и все. И мы тогда, ребята, в принципе, с вами выиграем. Но нам нужно это сделать так, чтобы те не заметили. Так, все, погнали сюда. Идем, идем сюда, 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 сюда. Так. И потом устроим, ребят, таки саботаж. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, не того, не того кильнул, ребят, не того кильнул. Так, yellow. Пишем. Так, yellow, просто вот так вот, yellow, все, 100% yellow, да, I see, напишем так вот, I saw, так, yellow, I saw, просто вот так вот, против yellow, ребят, self-report, так, self-report, it's light blue, так, yellow, 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 так, trust, давайте напишем так вот, trust, trust, просто. Так, it's light blue. Нет, 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 это yellow, ребята, это yellow. Но у нас последний шанс на то, что что все-таки проголосуют против него. Это будет действительно очень круто. Так, sky blue, yellow, you saw you are imposter. Yellow, you say you are imposter. Так, и того, ребятки, и того. Yes, blue. No, no, it is... I want blue, чего? Давайте быстрее уже голосуйте. Быстрее, быстрее, быстрее. I want blue. Так, it's blue. Он говорит, что это blue. Ребят, представляете? Короче, сейчас каждый проголосует против кого-то. Этот проголосует против меня, я проголосую против этого. Вообще жесть. Так, it's light blue. Нет, нет. Ай, блин, капец, ребят, действительно проголосовали против меня. Как же печально. А все было так красиво, ребятки. Да, все было настолько красиво, мы их так красиво покромсали. Ладно, ребят, открываем тогда последнюю игрушечку. Что-то у нас еще осталось. У нас еще остался Бравл Старс. Но в Бравл Старсе мы с вами поиграем, ребятки. Смотрите, что одиночные столкновения. И будем играть за Эль Приму. Это у нас как раз те столкновения, которые постоянно меняются. О, класс, ребят, смотрите. Смотрите, 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 что это такое? Что это за мясо? Ух ты, это жесть. Так, давай, 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 давай. Так, баночки берем. Берем баночки. Так, и отступаем, ребята, и отступаем. Так, берем, берем.
У нас уже 6 штук, ребят, смотрите, 6. Капец, 8. Так, давай, давай тимиться, чувак, давай тимиться. Так, нет, блин, тимиться сказал. Тимиться, ё-моё, ну как хочешь, блин, просто как хочешь. Так, 12 банок, ребят, просто 12 банок. Так, 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 убегаем, убегаем, нас замедлили. Нас, кстати, замедлили. Блин, блин, блинский, так. Так, пчела, ты чё, блин, ты чё, вообще фонарела? Так, сваливаем, сваливаем, ребята. Блин, это было жестко, ребята. Это было настолько жестко. Так, мне этот режим понравился. А можно еще раз в него сыграть? Пожалуйста, я еще раз хочу сыграть в этот же режим. Но, скорее всего, ребят, сейчас будет какой-то другой режим. Ого, блин, этот режим ничем не хуже, ребят. Ничем не хуже. Так, ладно, погнали, ребята. Погнали, погнали, погнали сюда. И давайте... О, смотрите, Биби. Биби просто выносит, ребят. Биби выносит. Мы берем эти все баночки и сваливаем. Просто сваливаем. Так, 4. 4 кубка только урвал, ребят. Только 4. Так, ждем пока что здесь. Ждем, восстанавливаемся. Отстань от меня, блин. Шелька. Так, тут еще и медведь на эту шельку пошел. Ох, у этой Ниты, смотрите, сколько банок, ребят, какая эта Нита заряженная. Это просто жесть. Но она урвала, да, она, конечно, урвала это все. Смотрите, у нее там еще. Проруби, пожалуйста, ход! Нет, блин, нас, короче, кто-то остановил. Там еще и Кольт был. Короче, вообще жесть. Ребят, давайте мы тогда выберем другого какого-то бойца. Мы, кстати, за Эльприму заработали с вами 250 кубков. Так, кого бы нам выбрать? Ребят, кого бы нам такого выбрать мощного? Так, ну давайте... А давайте, знаете что? Давайте я тоже выберу Биби. Так, почему бы нет? Где наша Биби? Либо, может быть, этого вот Дэрила. Дэрил тоже, кстати, классный вообще пацан. Вот в этом вот режиме, мне кажется, он будет очень жесткий. Если тут именно много баночек будет. Так, а где мы находимся? Мы находимся с вами... Вот здесь, вот так. Блин, а что это? У нее банка есть, а у меня банки нету. Так, и давайте тогда мы залутаем хотя бы одну баночку. Так, все, есть у нас еще одна баночка. Так, прыгаем сюда вот. Теперь, ребятки, на центр, на центр, на центр. Ой, тут у нас на центре целая куча чувачков, ребята, целая куча чувачков. И что, мы их расчехлили? Не, мы, не-не-не-не-не, давай-давай-давай-давай. Фу, блин, класс. Ребят, это хорошо. Это хорошо то, что мы пока что тут пережили с вами это все. Так, 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 давай, 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 все. Пока что ждем, ребят, пока что ждем. Это было жестко. Фу, насколько это же было жестко, ребят. Так, теперь прыгаем сюда вот и... Вау, 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 блин, он заряженный пацан, ребят. Нам нужно было срочно его, блин, валить. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Теперь давайте мы туда пойдем. Блин, он, конечно, тут у нас уже банок-то нету. Наверное, все банки уже... не у нас. Так, давай-давай прыгаем. Ах ты ж, блин, блин-блин-блинский. Так, и он сразу сваливает. А чё он сваливает, я не понимаю. У него же баночек-то побольше, чем у меня. Так, ладно, ребят. Мы будем надеяться, что у нас, ну, еще может, какие-то банки найдутся. Так, вот так делаем. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Давай-давай-давай-давай-давай. Блин, неплохо, конечно, мы его крамсанули, ребят. Очень неплохо. Пусть он подойдет сюда к нам. Так, давай. Все, мы заряженные, ребят, мы заряженные. Если он приземляется, мы его просто атакуем, либо сваливаем, так, либо просто сваливаем. Нет, блин, ты куда вообще пошел, ё-моё! Так, это просто было жестко, ребят. Ну все, все, все. Тут нам хана, потому что мы чуть-чуть протупили, ребят. Мы с вами немножечко протупили. Так, ультуем, ультуем его. И, блин, да смотрите, что он сделал, все. Ему хана, ребят, ему хана походу. Представляете, как классно я затащил. Это было просто эпично. Ребят, это было круто. Ладно. На этом я думаю, что я видосик свой буду заканчивать. Кому он понравился, обязательно подписывайтесь на мой канал, ребятки. Ну а с вами был я, Алексис. Всем удачи и всем пока.